Приветствую, дорогие друзья! С вами Кайстример, и сегодня посмотрим экшен-рогалик скролл-шутер Nordic Ashes. Игрушка в раннем доступе с 15 декабря прошлого года. И с того момента набрала почти 2000 положительных обзоров в Steam. Давайте посмотрим, давайте заценим. Так, доступен лишь один персонаж. Аксельдор. Так, стартовая реликвия. А в чем отличие? Это нихера не понятно. Ну хорошо. Не, ну меч вроде как универсальная штука. Мидгард. Только одна локация, только один режим. Для нубов за один листочек. Вроде листочки будут тратиться на апгрейды. Так, у нас есть карта. Так, на карте какие-нибудь вкусняшки, ну-ка. Давай. Мешочек для золота, 25. Через шипы, ну давай возьмем. А противник у нас это крысы. Непонятно, стоило терять хпшку-то? Уравнитесь. Созвездие. Откройте созвездие, нажав Tab, затем используйте очки уровня для улучшения реликвии в созвездии. О, смотри, элитная крыса. О, бутылка. Главное, чтобы она не исчезла. Надеюсь, она не исчезает. Бутылка, я скоро приду. Не исчезай. Так, второй уровень. Так, а что здесь? Мешочек для золота. Ага, удержите для обновления. Так, а сколько у меня этих? А, это вот здесь уровни. Все, понял. Ля ты крыса. Пол хпшки. Бей давай, мудила. А чё, у викингов это единственные враги какие были? Крысы? Так, уравнитесь. А тут что-то еще есть? Не понятно, что это такое. А, урон на 2,5%? Они много ли? Ни хера не понял. Так, ярость. Берсерк. Кулдаун. Отталкивает врагов в начале, увеличивает статы на... Ну, такая шляпа, мне кажется. Давайте просто мастер меча. Просто бей всех по голове, и это работает. Так, надо изучать коробки. Где коробки? Там может быть... Вот, сука. Столько левел-апов? Раз. А, ну тут же по два требуется. Понятно. Это волна 2. Блин, тут и не выйти так просто. Ну, по щам ему. Уравнитесь. 8 уровень, вот так вот. По щам. Морской урчин. Не урчи.
Уравнитесь. Уравнитесь. Так, а вот скорость нельзя взять пока? Бесконечный вихрь. Ну и ладно. А вампиризма тут нет? О, бутылка. Такие крысы тут жирные. У скандинавов. О, листочек какой-то, или что это было? Ну как нет-то? Отталкивает врагов. Увеличивает наносимый урон на 2,5% каждый раз, когда получаете урон от любого слизи. Да не хочу я получать урон. У меня и так хпшки нет. Че урон получать? Отлично, сука. Только взял бутылочку. По щам. Уравнитесь. Как не хватает-то? Уравнитесь. О, пойдет. Так, ну давай, бей прямо это, постоянно. Чик-чик-чик. Чик-чик-чик. Король Скевенджер. Да иди ты. Нихера себе. Что это за техника такая? Ну бей ты. Уравнитесь. Или заткнитесь. Так, новый персонаж. Победите короля Скевенджера в Мидгарде. Кристаллы Вознесения. Не забудьте взять кристаллы Вознесения, которые вы найдете у входа в царство Гноки. Он наделит реликвию особыми способностями после того, как она достигнет 10 уровня. Да кто такой? Уже время идет. Печенье с маслом, блять, я не хотел ничего брать. Какое печенье с... Так, печенье. Ничего не понял. А что тут еще можно подрезать-то? Гноки. Пошли вместе со мной драться. Не будет циклом. О, всех раскидал. Какие бутылочки жирные стали давать. Не подходите ко мне, крысы. Полай мне еще. Thank you.
Не туда ты бьешь. Так, давайте смотреть. 10 уровней. Чик. Чик. После того, как религия достигнет 10-го, сможете вознести ее с помощью кристаллов. Сделать намного мощнее. А, вот я могу потратить. Каждая атака увеличивает на 10%. Ну, хорошо. Так, берсерк, ярость. Ага, один взаимоисключает другой. Перемещение, скорость. Вот это очень важно. О, нормальная тема. Там что-то дали, какой-то листочек или кофейное зернышко. Че еще скандинаву-то нужно, как не кофейное зернышко? Смотри, там камешек синенький. Что-то клевает собачек. Каша какая-то. Вкусная каша. 350 чего-то там. Ну, давайте возьмем. Каша добавляет 2 синих сердца. И что, надо выстоять? Что нужно? Моя каша. Шли отсюда. Халвард, уравнитесь. Нормальная тема. Так, урон от ожога. Скорость атаки, нет, скорость атаки, конечно. А, это не взаимоисключает ничего. Что ты это? Машешь-то так? Косой. Получай. Машина. Вот это неплохо было. Уравнитесь. Отличное попадание. Все, успокоился. Новый персонаж. О, еще один кристалл. Привет, Ноки. Так, что ты можешь? Огненный амулет. Огненные шары, которые появляются из вас. Электрическое, если пролизать врага, шанс, что одна молния ударит в других врагов, парализую. А я что, парализую? Так.
Ты растешь? Что это такое? Почему у тебя полоска заполняется? Что это значит? Бесконечный вихрь. Конечная способность уничтожает врагов в мощном урагане косых ударов. Ну, конечно, это надо брать. Косые, кривые. На другие он не способен. Так, а это не каша уже, это что-то другое. А где краша? Нихера себе, тут крыса какая мощная. Отстаньте от меня, уроды. Мне кашу хочется забрать, суки. Самое прикольное, можно было покидать зону. Что-то сложновато как-то. Так, а уравниловка это? Так, урон еще ожогами давайте. Пинка под задницу дать? Сапоги. Урон 4.9, кулдаун. Выжигайте землю огненными сапогами. Давайте попробуем. Что это такое? Где бутылочки? Викингу надо выпить. Так, ну это была не каша, это было что-то другое, непонятно что, надеюсь, полезно. Какая-то карта, что это было? Блин, ну что так зажимаете? Идите отсюда, уроды. Там что-то выпадает, а я забрать не могу. Монетка какая-то. Ну какая монетка? Блин, сейчас еще босс придет. Так, это кто? Все? Босс? Лорд Рагнар. Не ори. Давай вот на огонек заходи. Ну, линии ты рисуешь неплохо. Ну, конечно, тебе далеко до повара из протеита. О! Ну вот это поймал, сучёныш. Да, но он неплохо чередует. Получается, где-то тебе надо двигаться, а где-то тебе двигаться крайне опасно. Thank you.
желтый медведь, я помню, что он попал по мне. Ну по щам ему. Блять, ну что ты так тупишь, ну ёпта. По щам. О, уравнитесь. Листья Игдрасила. Еще плюс 4. Сложность хак разблокирована. Двойной меч. А, новая локация, видимо. Неплохо. 28 кофейных зернышек. 5 из 132. Это так много персонажей. А, это просто какие-то фишки. Я сначала увидел, что вот это вроде персонаж, это тоже персонаж. Так, ну где Игдрасил? У вас 5 листочков. 5 из 5. Скорость атаки. Я хочу скорость атаки. Следующий уровень будет 3. Область. Урон. Кулдаун. Ну, кулдаун должен найти со знаком минус, а не со знаком плюс. Правильно или неправильно? Что-то они путают. Божий дар с яичницей. На очки уровня в начале. Ну, такое себе. Заслуженный отдых. Получите синее сердце, когда попадаете в царство Гноки. Какая дорогая хренотень. Пять листочков, чуть меньше, чем ни хрена. Ну хорошо, так, погнали. Кто у нас тут еще? Ты кто такой? Лучник. Ну, за лучника, а снаряд только один. Ну давай сыграем на новой локации. Не, никаких хардов я не выдержу. Я ту локацию-то еле-еле что-то... О, стреляет он здорово. Даже не доставая лук. Вот эта маскировка у противника. Так, уравнитесь. Уже пора уравниться. Уравнитесь. А у персонажа всего 2 сердечка. Скорее бы дали хотя бы синее. Так, это кто это сказал? Ага, это вот ты. Ты какой-то тупой. А, не настолько тупой. Ну, стреляй быстрее.
Да, ну прицеливание у него какое-то странное. Он кого-то стреляет рандомно. Блин, вот зараза-то. Дайте бутылку. А куда деревья делись? Ну стреляй давай, ёпта. Выберите обновление. Плюс снаряд. Кулдаун. Давайте снаряд возьмем. А можно еще таких улучшений парочку? Еще снаряд? А, снаряд это из 5 на 6. А, можно сделать этот рерол за один уровень. Не, наверное, это дороговато. Урон с 6 до 11. По-моему, хорошая вещь. А я, по-моему, снаряд это по 2 он будет, типа, стрелять. А он стреляет в очереди, как из пулемета. Там 5 или 6, это не такая большая прибавка на самом деле. Ну, блин, как-то... А, оказывается, это живая херня была. Это какой-то МакМаффин или что это там? Вот хорёк-то. Что это, слайм такой? Натянул шапку викинга и думает, что перестанет быть сопляжуем. Это не так. А, это за 5 монеток можно было купить. Понял. Я думаю, почему не берется-то? Так, это скорость атаки. Скорость атаки. Так, а что такое? Ворон света атакует ваших врагов. Давайте посмотрим, что это такое. Так, это что? А это урон. Скорость атаки. За 25 монет, да я не выстою. Тут такой мешочек золота будет. Из меня его сделают. Конечно, бутылочку со здоровьем не дадут.
Так, электрическая клетка. Как заблокирован? А почему? Реликвии получают снаряды. Эти скорость атаки возьмем. Древние. Да хрен с ним. Сколько ж тут всяких уродов. Отдай бутылку. Ну ты, а бутылка-то куда делась? Баранов создает. Как знал, что вот прям хочу. Ну, бери бутылку, ёб твою. Бутылка притягивает плохо. Нам и так тяжело играется. Ну, дело сдох, блин. Ну, естественно, не забрать. Харек у нас довыеживает. Ну давай, давай, давай. Сейчас все станет веселее. Подкопить может. Вон дает скорость атаки. Эти противники как-то дают опыт. Я их как-то не могу ловить. Вот за них перестало выпадать эти кристаллы. Или сферы там. Ну добивай, добивай, ну. Замочим.
А он что, не берет, что это такое? Ага, это надо использовать, что это? А, это бутылочка, блять, вот она что. Это такой расходничек. А мы с ним один на один-то можем остаться или всегда будут приходить, чуваки? Опыта за них не дают как будто. А вот это что такое? Горящие снаряды. Подпаленные враги, ну у меня только подпаленные враги и есть. Короче, надо просто идти к нему и драться с ним. Все, тут вариантов нет. Ну так как бы изредка он направляет какие-то стрелы в его направление. Но это получается крайне неэффективно. Ну, очень медленно. Да, ну здесь сыкотно вообще к нему подходить. Блин, ну почему ты стреляешь? Хер знает кого. Только половину снял. Да, и опыта не дает. Странное сражение. Гаденыш какой. Что лучник такой отстой. Yeah.
падай, ты уже заколебал. Вуди Вуд. А что это такое? Монетки дал? Или что это такое? Электрическая руна вращает вокруг вас и бросает молнии в ближайших врагов. Ну, звучит неплохо. Огненный амулет. Дает одно сердце души. Ну, я вот это хочу. Так, а что такое? Танцующее копье. Бросает в вашу сторону копья, которые пронзают всех врагов. В вашу сторону. Что такое? Будет. А, ты платишь, это рерол. Ё-моё, это рерол. Охерительно, столько денег потратил. Все, ничего не хочу. Жулики какие-то мерзкие. Пять уровней. А, я дал 5 уровней, чтобы вот это получить. Горение, чуть такое. Урон от огня заставляет случайных врагов вспыхивать и сгорать. Ну, может, это и неплохо еще. Небесные стрелы. Стрелы падают с неба. Пусть падают. О, может, это и приятно. Карточка какая-то, подожди-ка, сделал так. Нормальная тема, а что это такое? Нам бы вот это все добро собрать. Ну-ка, дождик. Бутылочку, конечно, не дадут. Удавят. Все, какой слизняк красивый. А, может быть, надо 35 секунд провести в круге, и этого можно даже сделать, прерываясь. Так, давайте карточку применим. Что карточка дала? Непонятно. А эту можно взять? Заблокирован. А почему заблокирован? Давайте скорость атаки. Кстати, нифига себе, как хорошо увеличится с 15 до 25. Палка! Нифига себе. Целая палка. Да, мне тут, конечно, собрать ничего не дадут. А лавлапов, я думаю, тут уже много. Ух ты, оказывается, есть такая штука. Просто нажал, и все исчезли.
мне совсем не нравится. Ну потому что не собирается ни хера просто. Ну что такой радиус? Скоро-то маленький. Ну вот этого хорька мочи. Ничего себе. Ничего себе. Наконец-то, левел ап. И что я могу? Ничего не можешь. Урон. А, у вас здесь 3. Ну, урон на 2,5%, 1/40, это вообще ни о чем. Ну, все ясно. Давайте у меня отберем полностью КП. Ну, как так, ну? Один листочек. Подотрись, называется. Финальный выстрел. Печальная история. Ну, честно говоря, лучник мне не очень понравился. Один листочек. А здесь вот получаемый опыт. Наверное, вот это надо снимать. И брать вот эти штуки. Больше опыта там. Может, скорость. Ну что, надо смотреть, надо думать. В целом, игра нормальная, надо поиграть. Давайте здесь прервемся, продолжим уже в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну, до встречи в следующей серии. Всем пока.